Здравствуйте, меня зовут Мария. Моя анкета размещена только на сайте anastasiadate.com. Мои подруги рассказывали мне много всяких историй страшных про такси. Я поначалу не верила, пока со мной не произошла очень интересная ситуация. Сейчас я вам ее расскажу. Ситуация произошла недавно. У моей подруги был день рождения. Я купила ей подарок, вызвала такси и стала собираться. Я села в машину. Я думала о празднике. Я обратила внимание, что еду не в том направлении. Я спросила водителя, куда мы едем. Но он не ответил мне. Я попросила водителя мне остановиться. Но он не остановил. Двери тоже были закрыты. У меня началась паника. Я стала кричать. Выпустите меня! Если хотите знать, чем закончилась эта история, пишите мне.